Привет, ребят, девчат спрашивали, как мой офис поживает после, так сказать, обжития. Нормально, я очень доволен. Заполучил эту доску. Мне нужна она для записи всевозможных таких, ну, старым дедовским методом и для рисования схем. Тут компьютер, я пишу письма и всякие там отчеты, чтобы не крутиться. Этот компьютер, я там слушаю музыку, YouTube смотрю. Этот компьютер для, ну, видеообработки, этот компьютерик под виндой, тоже для видеофайлов разных, хороший тоже, как называется, кабинет, да, такие с выдвигающими ящиками я нашел там. У меня очень много вещей. Другая комната пока забита вся, еще не разобрался. А вот история про табуретки эти складные. Раньше их я брал на все курсы, где были лекции. В том, что в хорошем теплом помещении, с хорошей едой, я практически кимарил на этих лекциях. Ну что, лектор наш начинает, и там через 45, через минут, за час заканчивает. Вот. И очень сложно было удержаться в хорошем кресле. Я всегда брал вот эти табуретки, потому что когда начинаешь так сползать, сразу просыпаешься. Ну вот так вот, быстренький вам апдейт. Всего хорошего и наилучшего. До свидания.